Здравствуйте, в эфире Азов-Инфоспорт, в студии Александр Истомин. Футбольный клуб «Дончанка» провел очередную встречу на своем поле в рамках чемпионата России высшей лиги. Подопечные Гочи Микадзе принимали краснодарскую кубаночку. Форвард «Дончанки» Славяна Останкова открыла счет уже на 17-й минуте, воспользовавшись ошибкой соперников. Во втором тайме азовчанки остались в меньшинстве. Удачно реализовав пенальти, кубаночка сравняла счет. До конца матча счет так и не изменился – 1-1. В ближайшие выходные встретится молодежный состав команд. В связи с отключением воды в городе точная дата проведения встречи пока неизвестна. Следующая игра основного состава команды пройдет на выезде с Мордовочкой из Саранска. Воспитанники из дюшор номер 9 отделения прыжков на батуте готовятся к всероссийским соревнованиям, которые через 2 дня начнутся в Адыгее. В состав команды нашего города входят перворазрядники и кандидаты в мастера спорта. Среди них Сергей Чугунов, который, по словам тренера Геннадия Парфенова, вошел в сборную Ростовской области. В Адыгее Сергей выступит с программой, которую готовит на первенство России в Раменском. Также в Раменском отправятся мастера спорта Иван Шевченко и кандидат мастера спорта Анастасия Калмыкова. Соревнования пройдут в конце октября. Завтра на футбольном поле спорткомплекса Эдуарда Лакомова в 17:00 состоится второй полуфинал Кубка Мэра. Встречается «Скилл» и «Машиностроитель». Первый финалист уже известен – это молодежная сборная «Азова». И это все о спорте. Следите за пульсом спортивной жизни.